выражу общее мнение, но, может быть, если не общее, то мое точно, что очень уютный, очень комфортный, очень удобный стадион для болельщиков. И, честно говоря, ну, лично меня радует, что наконец-то футбольный клуб «Динамо» получает такую современную арену. Мне часто спрашивают, а вот можно ли сравнить старый стадион «Динамо» с новым? Ну, лично я, у меня ностальгия по-старому, потому что здесь прошла моя юность, здесь прошла моя жизнь футбольная в основном. И для меня пока старый стадион «Динамо» остается более родным, чем такой вот комфортабельный, уютный стадион. Но я думаю, что время покажет. И ведь чем был славен стадион «Динамо» старый? Тем, что там были завоеваны все основные достижения футбольного клуба «Динамо», да и вообще общества «Динамо». Здесь выросли чемпионы и олимпийских игр, чемпионы игр, чемпионы мира по различным видам спорта. Это был родной дом для многих спортсменов. Будем надеяться, что и вот этот стадион, новый, современный, тоже окажется родным домом для вот нынешнего и будущего поколения. В наше время этот стадион и те традиции, которые были заложены, спортивные традиции, которые заложены вот на этом стадионе, будем брать сейчас футбол. Все-таки в то время футбол, может быть, в наше время футбол, может быть, опережал по своему качеству вот стадион, который был в то время, в мое время, по крайней мере. И хочу пожелать нынешнему поколению, вот ребятам, вот, которые здесь и Антон присутствует, хочу пожелать, чтобы со временем, в ближайшем времени, уже футбольное качество как минимум соответствовало вот качеству этого стадиона. Ну и всем успехом нам. Будем желать, будем болеть, будем переживать. Всем удачи и здоровья.